В Железноводске собрались более сотни любителей шахмат самых разных возрастов. Как начинающие спортсмены, представители шахматных школ региона Кавказских минеральных вод, так и уже опытные игроки. Шахматный турнир, посвященный столетию со дня рождения Михаила Ботвинника, известного шахматиста и ученого электроэнергетика, состоялся при поддержке федеральной сетевой компании. Спонсором выступает у нас федеральная сетевая компания. Поскольку у нас здесь были свои два гроссмейстера Железноводск, один из них, вот Редреев Алексей, был даже чемпионом мира среди юношей, а второй у нас гроссмейстер, вот Ластин Александр, не все имеют подобную как бы славу, решили провести этот турнир вот в Железноводске, чему мы очень рады. Соревнования прошли не только в командном и личном первенстве. В турнире также приняли участие семейные династии шахматистов. Самым ярким моментом шахматной встречи, по признанию участников, стал сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Василием Папиным. Мне нравится сам вид спорта, то, что здесь думать надо, это сложно. Ну, и достижения хочу получить большие. Ну, во-первых, сейчас выполнить КМС, это я уже хотел, я выполнил. Сейчас хочу просто улучшить игру свою. По результатам встречи первое место заняли шахматисты из города Ессентуки. Второе и третье досталось представителям Пятигорска. Все участники соревнований получили почетные дипломы. Юлия Шлепова, ФСК ТВ, Юг.